Мы идем смотреть другую квартиру. Вот такой у нас бассейн летний. А вот это что за выступ такой? Это как бы типа детский бассейн, да? Да, это детский бассейн, а он потом перетекает в розовый бассейн. Ну, это когда не наполняется, да? Это типа и фойе, и спортзал в одном. О, и сауна. Сауна. Да, сауна то, что надо. Сухая, когда паришься. И тебя мне... все видят. Да, мне нравится, что да. Как кино. Здесь темное, смотрю, когда не жарко. Ясно. В сауне. Да. Надо быть только одетым. Суки идут. О, какая система. Вот небольшой. Вот здесь наша квартира. 18. Shoes on or off? On, it's okay. On, американская кухня. Мебель, видимо, идет квартира с мебелью. Как обычно. Так, выходим на балкон. How much? Yeah, till March. 120 lira. 120 lira I dat, выплачено до марта уже. Mm-hmm. Вот такой вид на город и на ну, то, что плюс, то горы. Плюс. И застекленный балкон у нас. Вот. Mm-hmm. Поэтому здесь можно и зимой жить, и такой вот. Это у нас выходит какие-то плантации. Не банановые, да? Mm-hmm. Один вот балкон будет выходит построено. От дороги далеко, да? Здесь нет дороги же. Дорога вон там, с той стороны. Mm-hmm. И море где-то, ну, 100-150, по-моему, метров будет. Навскидку. Очень близко. Второй балкон, а тоже, конечно, два балкона. Два балкона. Это у нас главная спальня. Родительская, так можно сказать. Так, море видно? Второй балкон. Море не видно. А вон если вот так вот глянуть сбоку, вот там вот где-то море. Нормально. Можно сказать, и не видно. Но, дом построится. Да. Здесь такая у нас ванная. Очень хорошая. Чистенькая. Так. Ну, еще раз пройдемся.